И ничейный исход приносит победу. Команда «Химик Август», представляющая Чувашию в третьей лиге первенства России, завоевала Кубок Межрегионального футбольного союза «Приволжье». За финальным матчем, проходившим на стадионе «Труд» поселка Вурнары, наблюдал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Завершающим аккордом футбольного сезона 2018 года в регионе стал розыгрыш Кубка Межрегионального футбольного союза «Приволжье», что особенно приятно для любителей игры номер один нашей республики. В финале за почетный трофей боролась и команда «Чувашия». Дружина «Химик Август», команда в серебристо-белой форме, на вторую игру кубкового финала, а с 1988 года сильнейшего определяет по итогам двух матчей, выходила уже в ранге победителя окружного первенства. Так что болельщики, заполнившие трибуны Вурнарского стадиона «Труд», ждали от своих любимцев победного дубля. Для этого хозяевам необходимо было сломить сопротивление игроков Димитровградской «Лады», серебряного призера нынешней регулярки. Первый матч, прошедший двумя неделями ранее на поле гостей, завершился в ничью 2-2. Так что приоритет был на стороне вурнарцев. А вот команду гостей, представлявшую Ульяновскую область, ныне устраивала только победа. Вполне логично, что соперники время на разведку тратить не стали. У хозяев поля капитанская повязка была доверена воспитаннику Вурнарской школы футбола Роману Шалину, номер 9. К радости земляков нападающий «Химика» выложился по полной и в ряде эпизодов был весьма близок к тому, чтобы разменять нули на табло. Впрочем, во втором финале мяч упорно не хотел пересекать ни линию ворот гостей, ни хозяев. Так что спустя 94 минуты игрового времени на табло стадиона по-прежнему горели нули. Но для «Химика Августа» они были победными. Все-таки с первого раза команда вышла и сделала золотой дубль. Этого дорогого стоит. И на моей памяти это никто не делал. Вместе с Кубком Вурнарской дружине вручили золотые медали победителей первенства МФС «Приволжье». Однако сезон для «Химика» еще не завершен. Впереди у нас поездка будет в Сочи. 4 числа мы выезжаем, где будут сильнейшие команды зон своих выступать. Там, я думаю, тоже будем бороться за первое место в любом случае. Вячеслав Ильин, «Вести Чувашия».